Горбуша – благородная рыба с приятным мягким вкусом, и есть много способов приготовить ее невероятно вкусно. Мой любимый рецепт горбуши – в горшочках, просто, но запредельно вкусно. Попробуйте. Запекать горбушу в горшочках – это настоящее удовольствие, так как работы здесь делаешь минимум. А результат просто сногсшибательный. Этот рецепт приготовления горбуши в горшочках не стал исключением. Ведь все, что от нас требуется, это сложить все ингредиенты в горшочек. А в итоге мы получим невероятно вкусную нежную рыбу с прекрасным ароматом и даже вместе с гарниром. Так что полноценный сытный ужин нам обеспечен. Поверьте мне, такого результата вы никогда не добьетесь при обычном запекании, так как в горшочке все ингредиенты пропитываются соками и ароматами друг друга. Нам надо только подобрать подходящее сочетание продуктов, на мой взгляд, сочетание, которое я сегодня предлагаю. Очень удачное. Рыба, цветная капуста и сырная шапочка. В целом, получается невероятно вкусно, и сейчас я с удовольствием расскажу вам, как приготовить нежнейшую горбушу в горшочках. Список ингредиентов в конце видео. Первым делом нам, конечно же, необходимо подготовить рыбу, поэтому мы отрезаем голову, хвост и плавники, потрошим ее и хорошенько промываем. Теперь нарезаем на порционные куски, солим и посыпаем специями, ставим в холодильник на 20 минут. Затем разогреваем на сковороде небольшое количество растительного масла, рыбу обваливаем в сухарях и обжариваем на большом огне до золотистой корочки. Отделяем соцветия цветной капусты и на несколько минут опускаем их в кипящую воду. Капуста готовится очень быстро, поэтому варим ее минуту-две. На дно горшочков выкладываем рыбу, а затем кладем соцветия капусты. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вливаем в каждый горшочек по полстакана воды, сверху выкладываем натертый на крупной терке сыр. Пару ложек майонеза, можете заменить сметаной, солим и добавляем специи по вкусу, накрываем крышками, горшочки ставим в холодную духовку и устанавливаем температуру 180 градусов, готовим полчаса, вот, собственно говоря, и все, нам остается только разложить рыбу по тарелочкам и подать к столу, приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Продукты и их количество. Далее. Горбуша 1 штука. Капуста цветная 300-400 грамм. Сыр 150 грамм. Майонез 8 столовые ложек. Вода 2 стакана. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Панировочные сухари по вкусу. Количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова!